Королевский! 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 Фух, со звездой. Йоу. Я просто себя снимаю. Здравствуйте, Сергей. Как вы считаете, опасен паркур? Да, паркур, безусловно, опасен, если ты находишься не в гармонии со своими амбициями, своим соображением и мозгом, в частности. Конечно же, все опасно. А также он может дать счастье, доброту и спокойствие. Вот так. Спасибо. This record to bring you a special bulletin. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Расскажите, важно ли ОФП в паркуре? Да, важно. Важно не столько ОФП, важно желание делать крутые вещи, желание преодолевать себя. Если есть это желание, то появится желание работать над собой, прорабатывать себя, прорабатывать свои минусы. Если у вас слабые ноги, вы будете прорабатывать ноги любыми способами. Это и непосредственно паркуром, всякие прыжки на месте, акурсии. Если у вас слабый верх, то подтягивания, отжимания, тренировки в зале с железом не помешают.
В общем, смысл в том, неважно, какие вот там упражнения, что вы будете делать, главное, вы ради чего-то это делаете. Тренируете паркур, вы прыгаете, вы хотите сделать какую-то длинную курсе. Делаете не то, чтобы просто стать классным трейсером, а по какой-то причине. Вы хотите преодолеть себя, стать круче для себя. Если у вас есть это желание, то у вас будет получаться классно. И у вас не будет возникать вопросов о том, а как мне тренировать ноги, как мне тренировать руки, а как тренировать этот элемент, а где тут ставить ногу, а где там руку. Вы сами поймете в нужный момент. Главное желание для себя быть классным. Ну а все остальное придет. Как-то так. Спасибо. То чувство, когда нужно страховать страхующего. Я уже сказала это. Знаешь, ты вот, короче, садишься. Не гони! Садишься, короче, и да, потом мы к тебе подходим. Паркур. Развитие или разрушение? Опять же, все зависит от того, как вы к этому относитесь. Паркур, если он находится в мудрой голове и в хороших руках, это, безусловно, развитие. Потому что ты фактически можешь стать сверхчеловеком. У тебя появляется ловкость, у тебя появляется координация. Ты начинаешь обладать хорошими физическими данными. И, безусловно, ты становишься человеком, к которому тянутся люди, потому что ты становишься харизматичнее, умнее, да и просто лучше. Особенно, если ты продолжаешь читать книги, в общем, развивать себя как личность. А теперь обратная сторона паркура. Если все-таки не сложилось у вас головой, не сложилось у вас ногами и руками, очень жаль, вы будете страдать, долго страдать. Все. Боковуха в аккурас. Смотрим. Показывай один раз. Немножко не получилось.
that's what keeps you on your toes. Could be. Какой вы совет можете дать начинающим трейсерам? Лучше кушайте, ребята, и больше спите, не как я, и не сгорайте на солнце, и не слушайте мудаков. И это, кстати, ко мне относится. Вот так, смотри.